Игорь Борисевич, 44 года, молекулярный биолог. В свободное время пишет песни. В своих стихах утверждает: мельчайшие частицы вдохновения невидимы, но содержатся во всем. Угомоняй меня, три ночи и три дня. Проходят ночи, годы, дни, прошу, скорее угомони. Последний раз прошу, угомони, а то придет совсем конец моей жизни. Ну хочешь, поцелуй, а хочешь, можешь, пни, но только я прошу, угомони. В прошлом году...